father take a thought. This is just a sentence to me, sad times. Just enough. Алиса, умножь 3.4 на... Найдется все. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. На сколько? Алиса. Алиса! Блин. Умножь 3.4 на 14. 47.6. Что-то я не то смотрю, видимо. Ладно. Короче, ребят. Сейчас я проверю быстро. Все работает. Это готово. Это готово. Блин, здесь с давлением угадал. Спасибо. Ребят, будет жесткая гонка. Но убиться может каждый. Вообще каждый, мне кажется. Я тоже могу убиться. У меня... Я в квали 3 раза машину чуть не потерял. Как первая прошла? Да я там 10 секунд получил за инцидент и третий приехал. Еще раз проверю. Так, проверю. Вроде то. Ой. Забыл завестись. Да, Данила, я не знаю, зачем он взял, говорит, ему не нравится. Ух ты, бля! Смоль и Пегадриль. Монстр. Блин, капец. Ты уже второй раз так работаешь. Прекращай. То я покраснею. Спасибо тебе большое за щедрый донатик. Покроет ли это стоимость тотал машины? Не уверен. Это я шучу так просто. Да я не клянчу, это я шучу просто. Тотал платный, да, тут если улетаешь, то все. Надо платить заново. Заново игру покупать. Ребят, ну смотрите. Mount Panorama, для тех, кто не в курсе, это в СЦ самая сложная трасса. Самая сложная, самая смертельная. Тут погибнуть дело одного щелчка просто. Одной доли секунды. Здесь доли секунды хватает, чтобы растоталиться так, что ты потом никакую гонку не поедешь. Поэтому, конечно, круто будет выиграть. Я постараюсь, ну, я пока целюсь выиграть. Но мне надо в топ-20 чемпионата приехать. Не доехать сегодня гонку я не могу себе позволить. Она обгонная, да, она обгонная. Здесь 2 прямика длинных, она обгонная, да. Поэтому обгоны тут реально. Посмотрим. Я уверен, много кто не собрал в квали. Я не собрал десятки 3. А Булаза 100% не собрал. Поэтому тут квала, ну, как бы классно первым стартануть. Если получится удержать позицию, то окей. Но первым ехать тяжело, потому что все как бы смотрят, как ты едешь. И, ну... В основном гораздо проще умереть, когда ты первый, так скажем. Все, ребят.
валим. С Богом. Поехали. Угоняем. Валим, валим. Ну, не умираем. Здесь вот это очень страшный поворот. Почему у меня, блядь, фризит? Игра. Будет фризить, выключу чат. Может из-за чата лагать. Ребят, сори. Простите, я вас не вижу теперь. Я думаю, это из-за чата лагает. Но тут мне реально вообще, ну, лаги ни к чему, поэтому я буду разговаривать. Ну, чтобы вам совсем не скучать, я буду говорить, что происходит, но общаться не будем. Найс, 500 рублей потратил на плагин, топовый. Блин, Абуладзе обогнал. Машинка, не умирай только. Блин, капец, он меня догнал за этот круг. Надо поувереннее ехать. Таблички нету, естественно. Как я и говорил, она дольше одного круга точно бы не прожила. Стало.
Плотненько. Давление попало, отлично. Это хорошо. Я даже не стримлю, непривычно так с чата. Ладно, не забудь, что у меня стрим, и что-нибудь не ляпнуть. Смотреть. Блин, не увидел донат. Бля, слил. Блин, даже говорить. Вроде прямики длинные есть, но даже как-то сил разговаривать нету. Здесь мне надо ближе ехать к стене, я здесь проигрываю все. Да, я все. Там проигрываю. Блин, неуверенный пока. Боюсь разбиться. По сути, нужен даже не то чтобы темп, а просто как-то уверенность нужна в себе. Пока нету этого. Даже не знаю, будем надеяться, что в грязном воздухе он хуже поедет. Не знаю. Там у него еще слепстрим, когда появится, будет не очень хорошо. Солнце. Так, сколько он отыграет в слепе? Хотя он тут не очень работает, но можно на крыло его посмотреть, какой у него хотя бы
чат пытаюсь посмотреть. У меня крыло меньше. Я так думаю. Обороняться придется скоро. Солнце кайфовое. Так надо поменьше делать, а то там можно и стену таким образом взять. Плохое у меня предчувствие, честно говоря. Буквально в нескольких поворотах все сливаю. Может, баланс назад попробовать?
поедет, наверное, сейчас. Нет? Блядь, Саня, не ошибайся. Просто, блин, можно там еще и в трафик встать. Можно потом в трафик встать, когда я выйду из пит-стопа. Поэтому не знаю. Ну, поеду, насколько топлива хватит. Наверное, он сейчас поедет. Каткнуть хочет. Скорее всего, кстати. Там же на новый резине давления нету. Я могу медленнее проехать кишку. Наверное, оверкатнуть меня хочет. Чуть не умер. Реально чуть не умер там. Под другим углом заехал. Ну все, заезжаем. Главное не срезать. Вот что называется пит-стоп, не тренить много. Один раз буквально попробовал. Так, сейчас важно очень завестись и попасть. Так, одно я сделал. Осталось завестись. С этим у меня бывают проблемы иногда. Можно сейчас как в Золдере гонку в пит-стопе отдать. Так, ну что? Хорошо. А теперь еще 30 минут обороняться. Потому что явно у меня что-то... У меня на входе везде жопа едет в медленных поворотах. Не в кишке, а в других поворотах. Я в зеркало вижу, что я ему все там сливаю. Поэтому, скорее всего, он опять будет быстрее ехать. Ты же пропустишь. Не делай херню. Спасибо. Блин, он что в Золдере, что здесь не андеркатит, не оверкатит. То есть заезжает вместе со мной. Я не понимаю, зачем. Да, у меня вот здесь просто не едет никуда машина. Еще все здесь сливаю.
Саня. Надо попадать. Мне все-таки кажется, у него крыло больше. Ой, ошибся что ли? Саня, попадать будем? Тут нужно его сосаться где-нибудь. Вот два последних поворота, я там вообще, ну... Ладно, в остальных я там ошибаюсь, поэтому меня догоняют. Но, блин, здесь я не знаю, что тут еще мне делать. Я понимаю, он на входе сжирает все.
И там на входе, и здесь на входе. Но у меня жопа мимо едет, если я пытаюсь что-то на входе отыграть. Главное не ошибаться. Это на этой трассе самое главное. Надо там, блядь, перестать ошибаться. Как же он жрет? Это вообще пиздец.
Вроде даже какой-то темп нашел. Вот только два последних поворота. Я не знаю, я там вообще не понимаю. Я там вообще как лошара еду какая-то. Блин, там большая группа круговых. Мы, скорее всего, их догоним. Блин, понесло. Четыре круга, вроде, осталось еще ехать. Как мне машина там глохнет. А вот если вот эти люди повлияют на исход гонки, будет очень обидно. Они там еще и борются. Два круга, и там, блин, 4 человека. Блин, чувак, спасибо большое. Yeah.
Ёб твою мать. Сука, повезло. Блять, не бросай ты газ, просто едь. Все, один круг выжить надо. Что там? Что это, блядь? Саня, живем. Живем, блядь. Ой, бля. Грёбаная панорама. Грёбаная панорама. Я умер просто. У меня ничего внутри живого нету больше. Во мне ничего живого не осталось.
надо интервью дать. Мне надо выключить вебку, чтобы они меня видели просто. Евгений, вам слово. У нас Александр Смолер на видеосвязи. Александр, здравствуйте, спасибо, поздравляем. А, спасибо. Подписан немножко, немножко иначе. Слушайте, не верьте титулу. Это не Дмитрий Кафанов, не верьте титулу, друзья. Да-да-да, ты сегодня у нас с маджентовой стеной. Просто у нас режиссерская бригада была в шоке от увиденного, и вот не успела сменить титр. Александр, в двух словах, вообще, как это было последние круги? А меня слышно вообще? Прекрасно слышно. Да. Ну, знаете, я, наверное, такой сложной гонки не припомню, наверное, давно. Комбинация, когда ты едешь на Mount Panorama, по сути, самой сложной трассе в симуляторе, и за тобой едет один из самых быстрых пилотов России по ОСС, да и, может быть, один из самых быстрых во всем ОСС. Ну, знаете, задача непростая, поэтому... ну, тяжело очень. Мне прям, знаете, ничего живого не осталось уже после гонки, поэтому было напряжно, да, очень. Последний круг, слушай... вот это последняя гора. Вообще, какие-то эмоции еще остались после этого? Но, когда круговые. Это было. Ну, я понимал, что мы едем последний круг, перед нами 4 круговых. Ну, честно, я понимал, что что-то будет. Я не собирался на этом акцентировать внимание. Я просто думаю, ну, я поеду, как будет, так будет. Ну, повезло, на самом деле. Там был Porsche и Aston. Я там пытался по внешке обойти. Ну, в общем, лес, куда... Куда вот глаза упали, туда и лез, потому что, ну, если бы не повезло, было бы обидно, конечно. Что по пидстопу думаешь, потому что Абуладзе в итоге сыграл в зеркало, он сыграл под тебя, и, если честно, кажется, что из-за этого тебя он перегнать так и не смог. Ожидал ли ты от него вот такое, или думал, что уйдет на круг дальше, и удивился то, что он пошел за тобой? Да нет, на самом деле, как раз-таки ожидал, что будет либо андеркат, либо оверкат, потому что, ну, я не знаю, сделан это специально или не специально, но не ожидал, что он поедет тот же круг. В Золдере на прошлом этапе сделал абсолютно то же самое. То есть я еду, и он заезжает сразу за мной. Не знаю, конечно, на его месте я бы попробовал сделать андеркат, но, может быть, он чего-то знает, чего я не знаю. Поэтому, ну, ожидал, конечно, что-то, чего-то иного. Ну, не знаю. Остались поводу эмоции какие-то? Ну, эмоции... На вопросы. Просто я уже даже не знаю, что спросить, потому что после такой гонки что спрашивать? Мы же все видели. Ну, да, видели все глазами, и, ну, мало чего осталось, честно. Опять же, живого я даже как-то реагировать уже тяжело на что-то. По поводу, ну, на самом деле, горы, ну, ты, скорее всего, очень, очень хорошо подготовлен, очень-очень хорошо ешь углы, вот в Эсках конкретно очень много времени там выиграл относительно многих пилотов. Опять же, Абуладзе, помнишь ли ты, как он в стенку убился, пытаясь в грязном воздухе тебя догнать на горе? Это как раз его на самом деле, ну, похоронило, скорее всего, до самого конца, потому что машина повредила, тебя так и не догнал в итоге. Ну... Да, я видел что-то такое, не всегда смотрел, ну, в кишке я там, конечно, иногда смотрел в зеркала, но не всегда, но один раз я помню, вот в зоне, где едем в горку в полный газ, он немножко чиркнул стену. Было ли что-то еще, я не припомню. Поэтому, ну, конечно, когда едешь за машиной, в грязном воздухе, конечно же, тяжело, плюс, ну, я, как считаю, довольно неплохо подготовился, поэтому ему, конечно, он сделал очень хорошую работу, потому что ехал он, конечно, ну, мне не тяжело признать, ехал он сегодня быстрее. Под конец тентов что-то случалось, то есть под конец ему было тяжелее меня догнать, но общая картина, он был, конечно, быстрее. Поэтому, когда ты едешь за машиной впритык в кишке, сохранять спокойствие, ехать, грубо говоря, пиксель в пиксель, потому что малейший пиксель влево, вправо, все. Может все закончиться настолько быстро, что ты даже не поймешь. А потом, извините, топ-20 мы не помещаемся на финал и сидим дома. Поэтому, конечно, мне хотелось выиграть, но особенно, ну,
да, я думаю, что для него, что для меня, это, ну, довольно принципиальная борьба. Конечно, мне хотелось его объехать, но все же я в голове держал, что мне нужно доехать гонку, потому что я уже пропустил первый этап. Пропускать этот из-за того, что я не финишировал, ну, знаете, потом придется рвать одно место, чтобы попасть в топ-20. Поэтому, ну, слава богу, я доехал. Все, что смогли порвать, это вот другие сегодня ребята. Гора победила, ну, достаточное количество людей сегодня, на самом деле, под конец. Как тебе, ну, ты понимаешь, да, сейчас я какой вопрос буду спрашивать. Боб у нас новый накатили, шикарный вообще, лучший боб в истории АЦЦ, на мой личный взгляд. Куча марок машин едет. Как тебе Honda в панораме? Ну, самая быстрая машина. Вообще сейчас Honda самая быстрая машина в ассетокорсе компетиционной. Ага. Она единственная, очень сильно кушает задние колеса. То есть после... Ман панораме, наверное, не играла большую роль, потому что очень много поворотов с компрессией, так скажем, поэтому больше работает аэродинамика, чем резина. Но повороты, где резину нужно нагружать больше, к примеру, вот сегодня днем я ехал Нюрбургринг, буквально 3 круга. Этого хватает, чтобы Honda съела все задние колеса, и ты как бы едешь... Слышишь, как трекшн работает под газом, потому что сзади держака нету, и колеса просто пытаются, так скажем, прокрутиться. Поэтому Honda в плане хотлапа, в плане квалификации, на данный момент самая быстрая машина. Надо мне еще, конечно, опыта, надо что-то делать с задней резиной, но я согласен, по сравнению с предыдущими обновлениями, Боб стал гораздо ближе. То есть даже Нюрбургринг, я считаю, что тот Боб, который был, он был, ну, неплохой, но на самом деле, что Mercedes, что Honda, что BMW ехали даже без Боба, могут ехать очень близко. Поэтому не на всех трассах, не на всех машинах, но Кунасам спасибо хотя бы за это. Что от тебя ожидаешь на следующем этапе? Барселона, да, если ничего не путаю, у нас там будет на следующем этапе. Что от тебя ожидаешь и ожидаешь от своих основных претендентов, скажем так? На борьбу с тобой. Ну, ожидаю от соперников максимума, как всегда. Естественно, Буладзе, ну, в нем сомневаться не стоит, то есть поедет быстро, ну, 100%. Я, кстати, на этой неделе ехал гонку в Барселоне, в другом чемпионате, и, то есть, опыт есть. Уже есть какие-то там наброски по настройкам, есть опыт, знаю, чего ожидать, поэтому, конечно же, буду тренироваться, но готов максимально. Александр, поздравление с гонкой, отличная гонка. Я позволю себе вот такой вопрос. В будущем году, в будущем сезоне, увидим ли мы вас на реальных трассах? В этом году было очень хорошее выступление в Формуле 3. Вот что ждать в 23-м? Ну, пока рановато. Если отвечать на такие вопросы, то, наверное, после Нового года, и то там через несколько месяцев. Сейчас все рано, сейчас все на стадии там переговоров и... Пока не могу сказать, но надеюсь. Спасибо. Спасибо большое тебе сегодня за твое время и за прекраснейшую просто гонку. Отдыхай, чиль, так сказать. Спасибо. Спасибо, вы тоже отдыхайте, спасибо. Так. О, я чат вижу, кстати. Блядь, я из зоны запускал. Так, сейчас я вебку включу. Ну что, ребят, это жестко. Алиса, это жестко? Ну а кто говорил, что будет легко? Правильно говоришь. Пожалуйста, рада, что вы у меня есть. Короче, я не знаю, что сказать, это жестко. Сыграла роль, ну, главное, с чего начать нужно, сыграла роль, что я в гоночном, на гоночном сетапе приехал. Хорош, Саня. Capital Pega Driving. Монстр, спасибо тебе большое. Спасибо большое.
Блин, ребята, я не знаю. Высосано все живое из меня. Все живое. За 10 минут до квалификации... Один Ксал, спасибо большое за подписку. За 10 минут до квалификации я сделал сетап гоночный. И я на нем проехал полкруга. Я так посидел, взял квальни, думаю, ну там, жопу на один клик, наверное, надо. Типа, потыкал сетап и думаю, да, нормально. Я, по сути, сейчас везде так еду. Знаю нехорошо, но это сыграло роль. Потому что я думаю... Ну, мне было видно, я не знаю, насколько вам было видно, но последние два поворота вообще на входе машина, ну, то время, которое Буладзе у меня отыгрывал на входе в два последних поворота, это, ну, это трагедия была. Я пытался, пытаюсь заехать в поворот быстрее, сносит жопу, пытаюсь сильнее остановиться, больше на вход, открываю газ, сносит жопу. Плюс... Учитываешь, как он меня медленно догонял напрямую, мне кажется, у него крыло было больше. То есть, поэтому он и мог там вход сильнее валить. Поэтому, ну, я реплей гляну. Я гляну реплей, проанализирую, посмотрю, что... Надо гонкам нормально готовиться, потому что то, что я делаю, это фигня. Все это работает где-нибудь, знаете, в LFM-чике, в Pro Series, где все готовятся там один день. Это работает в ежедневках, но против Абуладзе это не работает. Поэтому против Абуладзе надо нормальный гоночный сетап делать и хотя бы тренироваться гонки нормально.